Одной из главных площадок, где будут проводиться торжественные мероприятия, посвященные 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, является парк в поселке Майданово. Но для того, чтобы привести его в надлежащий вид, необходимо проделать еще немалый объем работы. Например, почистить и благоустроить пруд. И вот сегодня сотрудники Клинского водоканала приступили к выполнению первого этапа работ. Сегодня начали откачку пруда, воды из пруда, чтобы, так сказать, определиться с объемом работы, определиться, сколько грунта отсюда надо выбрать, чтобы полностью очистить пруд. Работать будем круглосуточно. Я думаю, через буквально 2-3 дня уже будет видно, в том месте воды поменьше. И мы, наверное, начнем уже обследование дна делать. Ну, помпа качает у нас 120 кубов в час, круглосуточно 3000 кубов в сутки. Ориентировочно воды здесь 30 тысяч кубов. Вот 10 дней, но мы завтрашнего дня хотим поставить еще одну помпу. Бульдозер, экскаватор, самосвалы. Будут бульдозер вот, ездить по дну, сталкивать в одно место экскаватор, грузить технику и вывозить. Опыт у нас огромный, мы уже в Клинском районе порядка 25 кубов вычистили, так что в этом проблем не будет. Как ожидается, основная часть работы по очистке пруда будет выполнена уже к Новому году. Хотелось бы надеяться, что погода не будет этому препятствовать. Артем Мельников и Илья Тимофеев, специальная программа «Мой Клин».